Заметили такого необычного музыканта? Да. Дорогие друзья, если вам захочется узнать, кто его сделал, посмотрите, вот там внизу на подставочке написана фамилия Брага. Александр Брага – местный талантливый мужчина, который долгое время занимался сваркой по металлу. Занимался обычными вещами, а потом вот открылось вдохновение, стал творить. И сегодня, гуляя по городу Гвардейску, вы будете кое-где видеть его работы. Сегодня он уже очень известен, многие ему даже заказывают специально для своих домов, дач, что-нибудь. Вот еще работа этого удивительного мастера.